Всем привет! Сегодня приготовим очень простой салат, очень вкусный. Хотя я буду готовить его первый раз. Мы его попробовали в Чехане. И вот хотим дома сделать. В общем, у нас телятина, 2 яйца и дайкон. Ну и, соответственно, майонез. Значит, телятину мы не режем, мы ее разбираем на волокна как можно мельче. Дайкон порежем сначала кольцами, потом, чтобы оно было как соломкой все. Ну, а яйца крупно порежем. Так что сейчас будем разбирать телятину. Вот на такую соломку мясо разобрали. Конечно, это жесть сидеть его и разбирать. Сейчас что мы сделаем? Дайкон я почистила. Сейчас я его порежу вот соломкой, ой, колечками, а потом уже на соломку. Сейчас покажу. Дайкон вот на такие колечки порезали, они такие вот полупрозрачные, тоненькие, чтобы были. Сейчас нарежем все это соломкой. Сейчас нарежу, сейчас покажу. Вот я порезала, вот такая вот у меня соломочка мелкая получилась. Сейчас я ее добавлю к мясу. А яйца туда не режем, яйцами только украшаем. Так что вот это все сюда можно. Соломку всю в мясо. Вот сейчас сюда майонез, и, в общем-то, салат готов. Вот наш салатик такой с дайконом и телятиной. Так вот он выглядит очень вкусный. И за счет дайкона он такой сочный. Потому что сама по себе же телятина суховатая, а здесь прям вообще все как надо. Всем приятного аппетита, заходите к нам, подписывайтесь на нас, ставьте лайки, пишите комментарии. Мы всегда всем очень рады. Всем пока!